Ребята, не пущай ее! Нынче не верили на высоте! Держи! Никак не в порядок, ваше благородие. По какому это случаю тут? Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал? Я, ваше благородие, иду, никого не трогаю. И вдруг это кто-то не стоит себе за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий. У меня работа мелкая. Пусть мне заплатят, потом я этим пальцем неделю не пошевелю. Это ваше благородие и в законе нет, чтоб от твари терпеть. А если каждый будет кусаться, то лучше мне жить на свете. Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собака распускает. Как оштрафует мерзавца, так он узнает у меня, что значит собаки против бродячества. Я ему покажу Кузькину мать. Елдырин узнает, чья это собака, и составлю протокол. А собаку истребить надо, немедленно. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашивает? Это, кажись, генерала Жигалова. Генерала Жигалова? Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, что перед дождем. Одного только не понимаю, как она могла тебя укусить? Мне что надо остановить на пальце? Она маленькая, а ты вон какой здоровый. Должно быть, палец бочком расковырял, а потом не вышел здесь с собой. Ты ведь известный народ, знаю я вас черти. Он ваше благородие. Цыгарские ею харю для смеха. Он не будь дуры, хитяхный, вздорный человек, ваше благородие. Врешь кривой, не видал, так зачем врать? Их благородие, умный господин не понимает, кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А если я вру, то пусть мировой рассудит. У нее в законе написано, нынче все равны. Не рассуждать. Нет, это не генеральские, у генералов таких нет. Ты... У нее все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Я и сам знаю, у генерала собаки дорогие, а это черт знает что. Где же ум у вас? Ты, хулики, пострадал, и дело так не оставляй. Нужно проучить. А может и генералская убийство? А на морде у нее не написано. Когда молили во дворе, то вестима генералская. И спрашивать тут нечего, она бродячая. Надень-ка. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто, что-то ветром подуло, набито. Ты отведешь его к генералу и спросишь там, скажешь, что я нашел и прислал. А ты, балун, опусти руку, нечего ей сюда дурацкий палец совать. Сам виноват. Повар генералский идет, его спросим. Поди-ка сюда, поглядай на собаку вашу. Выдумал, у нас таких отродясь не было. И спрашивать тут нечего, она бродячая, стал быть и снимить, вот и все. Это генерал обратно, что на беднись приехал. Значит, не охотник до гвоздых. Брать их не охочешь? Да разве братец их не приехал? Владимир Иванович! Ишь ты, Господи, а я и не знал, погостить приехали? Гости! Ишь ты, Господи, соскучились по братцу. Так это ихняя собачка? Возьми ее, шустрая такая, цапает его за пальца. Ну, чего дрожишь? Сердится шельма? И еще доберусь до тебя.